формирование городской среды в историческом поселении довольно сложная задача. С одной стороны, хотелось бы внести новые тенденции, современные веяния, а с другой стороны, не нарушить того архитектурного облика, который был создан на протяжении 7 веков. И прекрасным воплощением современных тенденций сохранения исторического наследия является благоустройство Смоляного мыса. Напомним, проект благоустройства Смоляного мыса вошел в число победителей Всероссийского конкурса благоустройства исторических поселений. Работа была выполнена совместно с творческим коллективом Санкт-Петербургского вуза СПб ГАСУ, кафедры архитектурного дизайна. И данный проект предусматривает комплексное развитие территории, которую можно будет использовать и в летний период, и в зимний период. На данной территории планируется обустройство велосипедной дорожки, тротуара протяженностью почти 900 метров, обустройство 4 смотровых площадок. И как подарок для жителей будет 5-я площадка, где можно будет выполнить селфи прямо с воды, с видом на замок, с видом на часовую башню. Также предусмотрена площадка для установки спортивных тренажеров, предусмотрена площадка для установки пункта проката велосипедов и колесной техники. Делается площадка, на которой можно будет в дальнейшем установить препятствия для того, чтобы байк или скейт-парк обустроить. Восстанавливается площадка возле архива, которая неоднократно попадается на старых фотографиях. Откуда также открывается прекрасный вид на город, и откуда мы видим все доминанты всего Выборга. Также будет восстановлено освещение вокруг памятника Петру Первому. Будет сделана тротуарная аллея, ведущая от Смоляного мыса к архиву. То есть комплексное развитие территории позволит жителям проводить досуг круглогодично. И надеемся, что данная территория войдет в список наилучших. Работа долгосрочная, она рассчитана на несколько этапов. Следующим этапом планируем благоустроить территорию, на которой непосредственно находится яхт-клуб и крепостной мост. А в дальнейшем хотелось бы завершить благоустройство всей территории Смоляного мыса. Но, естественно, у нас камнем преткновения являются земли Министерства обороны. Будем надеяться, что в дальнейшем вся территория будет приведена в порядок.